Дорогие молодые, да и вам, князья да бояре, да все это честные поезжане. По старинному доброму обычаю принято встречать дорогих молодых хлебом и солью. И вы нашего каравая-то отведайте, по кусочку отломите, соль обмакните, да друг дружку накормите. Хлеб-то вам на здоровье, а соль-то на богатство, ну правильно, цветочек-то ломаешь, красота на доле продлевалась. А ты уж, мужик, лепесток. Отломи, чтоб селенок-то много было. Так уж до конца-то кусочки-то не доедайте. Хоть и немного-то ее оставьте. Возьмитесь, отломил, так отломил. Так уж отламывай, отламывай до конца-то. Соль мокая, дадимся, корми. А вот кусок, коли остался небольшой, так ты уж домой вези. Ну, в красный угол-то прячь. Нет, можно я доем? Да по хлебушек к тому-то всегда уж водился. Колдуешь? До всего доброго, пожелайте! И на две стороночки каравай-то ломайте, над головами, над головами! Соль отправь, соль отправь! Ломайте, ломайте! Соль мне, чтобы обвели, ловили! Ну-ка, гости, рассказывайте! Приглядели, сколько крошек на голову молодых-то упало? Одна большая! 37! Да, по-моему, там много крошек! Мне кажется, много-много! Много-много! А вот ранее-то приговаривали, что сколько крошек-то на голову молодых упало, так столько ребятни, значит, осуждено. Two.